обвинять всех подряд и убивать. Они могут, Хьор. Что? Эти люди подослали к ней убийц из Алой Руки. Они готовы на все, лишь бы их не раскрыли. Но не вышло. Это письмо прислали к нам домой. Игла, головня и тайник. Все они состоят в некоем ордене древних. Это их вымышленные имена, их след. Ты слышишь, Хьор? Ему это все хорошо знакомо. Эта гниль смогла просочиться в Йорвик. Но король Риксик слишком занят, а значит и я тоже. И совет к тебе не прислушается. Да и мне этот совет ни к чему. Все, что вы слышали, должно остаться между нами. Но ты должен представить меня королю. Мне нужно его согласие, чтобы нам никто не мешал. Пикты побеждают в войне. Нам понадобится каждая унция серебра, чтобы прокормить наших воинов. Это понятно, Фаравид, но мы обязаны позаботиться и о жителях города. Йоль уже совсем скоро. Хватит. От ваших споров уже голова болит. Хьор, я не знал, что у нас здесь гости, причем без моего дозволения. В Йорвик пришла беда. Да, я на нее смотрю. Беда, что чуть не лишила меня друга. На Льюфину напали люди из Алой Руки. Ворвались в дом, разгромили все и гнались за ней по улице. Снова эти негодяи! Она выжила, но от Алой Руки в последнее время все больше бед. А какое тебе дело? Ты что, какой-то странствующий наемник? Нет, это Дрэнг Ярла Сигурда. Они заняли наш старый лагерь у реки Нэн. Я Фаравид, правая рука Хальфдена Рагнарсона. А этот толстый транжира Аудун, рив Йорвика. Я видел такие шайки смутьянов прежде. Стоит утратить бдительность, и вот они всюду, как сорняки. Если их не трогать, скоро Йорвик окажется в их власти. Плохо для тебя, плохо для Хальфдена. Ух ты! Чего ты хочешь? Расскажи мне все, что знаешь об Алой Руке, и я избавлю тебя от них, а твои дела меня не касаются. Они запустили руки во все сундуки города. Нападают на знать, торговцев и всех, кого могут запугать. И да, их становится больше. Я предпочел бы покончить с ними до Йольского пира. Нельзя просто закрывать на это глаза. Не можем сами избавиться от Алой Руки. Поручим дело Эйвору. Делай, что должно, только без шума. Не хочу, чтобы об этом знали. Хьор, выдели деньги на еду и эль для людей Фаравида. При этом оставь что-нибудь для праздника. Но я же говорил, у нас нет... Найди. Я все сказал. Где взять столько серебра? Где? Ограбить дракона? Пойдем. Провожу тебя к Люфвине. Она знает, с чего начать. Кажется, разговор прошел не так, как тебе хотелось. Нет, все в порядке. Риксик не станет мне мешать. Все понимают это. Нет, все в порядке. Риксик не станет мне мешать. Все понимают, от Алой Руки нужно избавиться. Но прошу... Простите, что я не пошла с вами. Меня утомляют эти перепалки. Любовь моя, это ты меня прости. Я тебя не защитил. Чепуха. Тебе нужно исполнять свой долг. К тому же пара мерзавцев не повод для беспокойства. Я так рад, что ты цела. Эйвор, мне пора. Если что, я буду поблизости. Да уж, тебе палец в рот не клади. Старые привычки, что делать? Хьор изменился, стал спокойнее. Это все власть. Викинг перестает быть викингом. Я рад за него. Вы смогли многого добиться здесь. Возможно. Что это у тебя? Писание, Евангелие, Екклесиаст, Откровение Иоанна. Люди Алой Руки все это крадут. Да, теперь городом правим мы,
Но христиане могут поклоняться кому хотят. Скажи это Алой Руке. Аудун боится, что они попробуют пробраться в архивы. Мне кажется, есть какая-то связь между этим и беспорядком в порту. Я наведался в порт, когда прибыл сюда. Спросил о тебе смотрителя, тот насторожился. Неудивительно. В казне вечно не хватает денег, и он сильно повысил пошлины. Говорит, якобы так решил совет. Хьор не стал бы так обманывать людей, даже по приказу Риксига. Смотритель порта – вор и негодяй. И его стоит припугнуть. Пожалуй, загляну-ка я в порт еще раз. Торговые склады. Там он хранит все, что отнял у купцов. Зачем Малой Руке христианские книги? В этом весь вопрос. Как бы то ни было, они идут на все, чтобы их заполучить. Они даже жгли живьем тех, кто отказывался выполнять их требования. Где в этом городе больше всего книг? В архивах. Но Алая Рука пока не осмелилась туда сунуться. Аудун глаз с архивов не спускает. Надо туда заглянуть. Сейчас же этим займусь. Нет, ты нужна мне здесь. Слушай, что говорят в этих стенах. Запоминай, кто как себя ведет. Любые мелочи. Я бы съела конское сердце, лишь бы пойти с тобой. Я знаю, друг мой. Ты предана мне и потому нужна здесь. Я вернусь, когда что-нибудь выясню. Торговые склады. Наверное, здесь хранятся товары купцов. Здесь мне точно не рады. Ich
Склад охраняют люди Алой Руки. Этот порт важен для Ордена. Похоже, до совета жалобы торговцев так и не дошли. Редкие товары. Они дорогие. Возможно, Алая Рука ими интересуется. Они копят деньги. Укол иглы. Я уже близко. Смотритель порта перепродает изъятый груз на рынке. Ему помогают торговцы, на чьих прилавках черная ткань. Может, я смогу привлечь их внимание, выдав себя за богача? Гейтский рынок. Похвастаюсь-ка своим серебром. Привлеку внимание торговцев. Смотри, Вова, на складе недавно был переполох. В каком еще смысле? Точно не знаю, в чем дело, но игла решил усилить охрану. Встретимся тут, как стемнеет. Заглянем с тобой к нему. Они вернутся сюда к ночи. Проследив за ними, я смогу найти иглу. Слушай, у меня тут столько серебра, корабль не увезет. Не поможешь потратить? Давай-ка потише. Будешь размахивать тут своим серебром, тебя просто убьют. Что это за рынок, где нельзя побродить между прилавками, чтобы деньги потратить? Хочешь от серебра избавиться? Иди в переулок. Все, отстань. Чего? Эй!
Пойдем порознь. Если с кем-то из торгашей не удастся договориться, просто напомни, кто здесь главный. О, с радостью. Я слышал, на этом рынке очень любят серебро. У меня есть для тебя кое-что. Думаю, тебе нужен Григорий. Смотритель порта? Прости, но кто ты? Тот, кто хочет поторговать с Григорием. Я и так уже слишком много тебе рассказал. Уходи. Ты что-то говорил про серебро? Я хочу потратить очень много. Уличным попрошайкам столько не дают. Эй, я не попрошайка. Я кое-кого знаю. Ты не об игле? Вы с ним договоритесь. Хочешь поторговать? Иди к статуе, что возле восточных ворот. Ладно. А ты береги себя. Ты мне? Ха. Да у меня самый большой меч в округе. Сюнин, укажи путь. Пустые повозки и метка из черной ткани. Вот это место. Среди крыс прячешься, игла. Ну-ну. Нужно быть осторожнее. Звон металла. Мастерская в канализации. Что игла там делает? Серебро. Часть до сих пор в ящиках. Его тоже забрали у торговцев? Из серебра слитки и монеты. Но для чего им это нужно? Нет, ты.
Странно, меня ничуть не удивляет то, что ты здесь. Ты! Тебе тут не место! Здесь у нас дела ведутся честно. Это твои слова? Но ты купаешься в серебре, полученном за изъятый тобой товар. Ты игла или один из его подручных? Все куда сложнее. Ткань этого мира продрана. Сплошные дыры да лоскуты. Нужен человек, который смог бы это зашить. Человек с твердой рукой. Кто может вдеть нитку в иглу? Кто-то вроде меня. Поэт, ты паршивый. Но хотя бы на вопрос ответил. Да уж, у каждого свои слабости. Твоя — это решетка, что нас разделяет. Думаешь, я по зубам твоим людям? О, я в них не сомневаюсь. Люди Алой Руки верны нашему делу. Чего нельзя сказать о торговцах. Убить его! Потом ищите меня на рынке. Давай, пройдемся. Гулять хорошо. Григорий! Славно, когда есть воздух. Запахи, звуки. Прошу, Григорий, я не думал, что это важно. Всего пара монет. Тише, тише. Я понимаю. Это не твоя вина, а моя. Ведь я решил, что ты не пустоголовый тупица. Я столько серебра отдал тебе, что мне стало нечем кормить себя и своих детей. Прошу, пойми. О, Господи! Торговцы Йорвика, я обещал вам будущее, полное возможностей. И какой мелочи просил от вас взамен? Ты помнишь какой? Верности. Верности! Пусть это послужит уроком для всех, кто думает, что может мешать мне и моим делам. Я здесь веду дела. Я решаю, что и как. Вы подчиняетесь. Нет, сдохни! Сдохни!
Ah!